вам рассказать о жилье. Потому что это самый главный вопрос, что вас здесь, о приезду. Я начну с небольшой экскурсии, а потом расскажу вам про тот район, в котором мы живем. Так, поехали. Небольшая экскурсия по самому оживленному району острова Гуам, Тумон. Здесь туристический рай. Здесь гостиницы рядом с морем. Здесь бутики, кафе, рестораны, ночные клубы. В общем, все, что нужно для того, чтобы весело и с пользой провести время. Сейчас идет сезон распродаж, и туристов особенно много. Все сюда приезжают закупаться, потому что здесь не и так само по себе дешево, потому что это зона беспошлинной торговли. И добавляются еще скидки. Поэтому японцы, корейцы приезжают сюда с пустыми руками, а уезжают с полными чемоданами. Очень любят они Гуам. Это основная масса туристов. Вот здесь очень красиво. Здесь всегда кипит жизнь. И днем, и ночью. А вот он, наш район Тамунин. Здесь мы снимаем свое жилье. Вот, как правило, квартиры или апартаменты, как они здесь называют, сдаются вот в таких вот комплексах. Он обычно двух-трехэтажный, не больше. Сдаются одна, двух- и трехкомнатные. Их много на районе. Это частный сектор. А вот тут опять пошли апартаменты. Вот. Очень хороший район, тихий, спокойный, уютный. Все необходимое рядом. Магазины, школа рядом у нас находится. Все чистенько, все аккуратно. Соседи прогуливаются. Машины здесь не гоняют. Все водители очень аккуратны. Люди следят за порядком.